Здравствуйте, ребятишки, всем привет. Сегодня у нас 28 мая 2020 года. Вот, короче, намотал я на этом мотоблоке уже 250 километров. Вот, сегодня 250 получилось уже. Сейчас покажу. Ну, возникла вот такая проблема, короче. Короче, не знаю, панику зря бью или нет. Вот видите, вот этот вот вал круглый. Вот. Смотрите, у него какой люфт. Вал вылазит примерно миллиметра, ну, где-то на 2, может на 3. Это проблема или нет? Вот видите, у меня вал круглый, друзья. Сейчас вот так посмотрите, как он будет заметно. Видите? Допустим, вверх-вниз. Вверх-вниз. Сейчас проверю. Вверх-вниз он не ходит, друзья. Вверх-вниз не ходит. Только вот колеса болтаются. Ну вот, на самом этом валу. А вверх-вниз вал не ходит. А из подшипника получается. Или втулку там. Видите, вот, ходит вот так. Так что, ребята, давайте сейчас посмотрим. Напишите, кто что знает. Чтоб я тоже знал. Вот так вот он, маленечко в пыли. Вот. Маленечко чермет вожу на нем. Ладно, все. Ставим лайк. Оставляем комментарий. Жду ваших ответов по этому поводу.